Всем добрый день. Меня зовут Алексей Кузнецов. В 13 часов, как обычно, начинаю краткий обзор ситуации на финансовых рынках. И поставьте, пожалуйста, плюсы, хорошо ли меня видно и слышно, для того, чтобы я смог начать. Все хорошо с видео, со звуком. Благодарю. Тогда я переключаюсь. Традиционно начинаю с пары евро-франк, в которой сейчас, по сути дела, цена до сих пор находится в боковом диапазоне. Вот видите, если посмотреть на дневной формат, то сейчас никак не выйдет из узкого диапазона, ну довольно узкого диапазона цена, и не двинется в ту или иную сторону. То есть, по всей видимости, в парах евро-франк наступила некая фаза стабилизации, и вот боковой диапазон размером 130 пунктов до сих пор ценой соблюдается. Вместе с тем, мы, если на более мелкий график посмотреть, ну как бы с более вот этого крупного 4-часового видно, что цена пыталась выйти за верхнюю границу диапазона, что говорит о возможности дальнейшего движения туда. Я, правда, сказал, что тут такое очень неровное было движение, но тем не менее вероятность восходящего движения она преобладает в сравнении с нисходящим. И если перейти на часовой формат, то после выброса такого достаточно серьезного, после укрепления евро на прошлой неделе и некоторые болтанки на новостях по рынку труда США. Видите, небольшая болтанка тут была. В целом пара никуда особенно не вышла далеко. Но вот сейчас образовался, смотрите, нисходящий треугольник, который сегодня пробился. И вот с утра, да, и уже продолжает двигаться к цели. А цель 1.0873. То есть вот где-то, скорее всего, опять же, здесь, видите, есть уровень, вот эта вершина, есть вот эти донышки, вот они, эти донышки. И я думаю, что цена примерно в этот, к этому уровню и придет. Есть вероятность, конечно, определенно, что 1.08 точно 73 не достигнет, но 1.0870 достигнуть должна, потому что здесь вот минимум есть и вот максимум. Где-то вот такого вот диапазона, вот так вот я ее так нарисую, где-то вот в этом районе цена должна оказаться. Вот прям вот такую вот зону я заштриховал, потому что здесь, видите, несколько уровней, и какой из них явится более значимым, пока сказать трудно. Но в любом случае, сейчас уже цена прошла более половины дистанции до профита, и вот то есть пока стоим в сделке. Сделка должна была наступить вот отсюда, от уровня 1.0850. То есть вот как свеча вышла за границу треугольника, так должна была пойти. Ну, то есть вот надо было войти на покупки. Дальше. Евро-доллар. Здесь вообще все достаточно интересно происходит, потому что я говорил о том, что было, смотрите, движение, мощнейшее движение вверх, потом очень стремительное, кстати, тоже падение, правда, уступающее по стремительности росту. А что говорит о том, что, скорее всего, это движение по отношению к этому росту все-таки коррекционное. Ну и сейчас начинаются очень-очень слабые вялые попытки укрепления там, евро по отношению к американскому доллару. Но, правда, до сих пор, так сказать, нервозность в инвестиционном сообществе мировом, оно присутствует, потому что все ожидают, что процентные ставки могут быть либо повышены, либо не повышены, как, значит, сочтут эксперты ФРС такую возможность повышения. Несмотря на то, что заявили, все равно будут повышать, но возникает вопрос, когда. И от этого во многом зависит, когда же все-таки рынки получат новые направления. В целом, конечно, цены уже учли возможность повышения процентных ставок Федеральным резервом, потому что об этом уже много достаточно говорят, и говорят в утвердительном ключе в целом. Но, тем не менее, пока решение не принято, вот эти метания, они присутствуют, мы это видим. Вот, то есть, все-таки сила американского доллара пока она никак не ослабевает. И евро, несмотря на достаточно серьезные попытки роста, тем не менее, никак не может выйти за, ну, скажем так, на хорошую такую, на уверенный рост. И вот смотрите, никак не может пока перекрыть два разрыва, которые возникали как раз накануне Нового года.
Но, тем не менее, разрывы являются достаточно серьезными магнитами для цены, и они, как правило, перекрываются. Но вот видите, два разрыва подряд, все-таки такая зона очень серьезная. И теоретически, конечно, цена сюда должна прийти, опять же, учитывая вот это очень мощное падение евро. И, как правило, в таких вот движениях сильных цена возвращается, ну, хотя бы корректируется до 50%. А вот эта вот зона разрыва как раз находится вот под 50-процентной вот этой зоной. И вот учитывая вот это все, можно предположить, что цена все-таки сюда должна вернуться до того, как она пробьет минимум. Вот. Ну, вместе с тем, сейчас пока нужно смотреть, что происходит. Давайте вместе с вами в недельном формате посмотрим, что. В недельном формате совершенно отчетливая зона консолидации сформировалась. Вот она, совершенно отчетливая зона консолидации. Прям вот, смотрите, первая точка, вторая точка, еще раз там внизу, опять подтверждение верхнего уровня. То есть вот эти точки, они, конечно же, присутствуют. И вот эта зона консолидации шириной в 650 пунктов, широкая такая зона консолидации, если, конечно, будет пробита все-таки вверх в недельном формате, то есть вот эта вот верхняя граница будет преодолена, то вот на эти же 650 пунктов цена, скорее всего, улетит вверх. И тогда будет достижение как раз, смотрите, вот этой зоны, вот о которой я говорил, то есть район 50% по Фибоначчи. Как раз вот, если эта зона будет преодолена, достигнут будет 50% по Фибоначчи, коррекции от предыдущего падения будут перекрыты ценовые разрывы, и полностью отработает вот эта вот, скажем, зона консолидации недельного формата. Что сейчас происходит в более мелком формате? Смотрите, в 4-часовом формате у нас пытается сейчас пробиться как раз линия сопротивления, самая как бы последняя. Вот я провел просто по последним, по касательной ко всем ценам, чтобы все цены были ниже ее пока вот на этом нисходящем движении. И вот сейчас пока вот первая попытка присутствует вот этого движения вверх. Правда, видите, она очень-очень неровная попытка. Опять, смотрите, зона консолидации. Вот ну, никак цена из этих зон не может сейчас выйти, потому что сплошные ожидания присутствуют на рынке. Ну, это вполне объяснимо. Что может быть сейчас? Видите, у нас четкая совершенно зона консолидации со всеми необходимыми точками. И при прорыве ее в часовом формате вверх мы будем ожидать уровня 1.1221, движение сюда. Вот. А при прорыве вниз данной зоны, ну пока еще уровень, скажем, 1.1080 где-то может быть достигнуто. Это такое значение. Давайте, в принципе, чего я сделаю? Я просто эту зону консолидации сейчас перенесу вниз и посмотрим, где у нее будет. Ну вот, ну, в общем, так и до 1.1083. В общем, так я, в общем-то, и примерно и сказал правильно. Ну, то есть, может быть, немножко побит минимум, который достигались ценой вот за, ну, в конце прошлой недели. Вот. Сейчас пока цена в более крупном формате испытывает поддержку на уровне 1.11 ровно. То есть, смотрите, вот от первой волны. Это, значит, вторая точка. И вот эта вторая точка, она пока никак не пускает цену вниз. Вот уровень 1.11 пока держит. И чем это закончится, сейчас сказать трудно. Видите, динамики пока у цены сейчас восходящей никакой, считайте, что нет. И ясности опять же нет. Единственное, что вот она пытается очень... По сути, она не пробила вот линию сопротивления. Она ее, видите, в боковом диапазоне просто вышла за ее границы. То есть как такового пробития, ну, пробитием, короче говоря, это не назовешь. Вот, и опираясь на эту информацию, я пока в некотором недоумении нахожусь по поводу того, куда она может двинуться дальше. В любом случае, у нас есть два уровня, на которые мы будем ориентироваться. Это ориентиры очень важные. И смотрите, если цена пробивается вверх, то уровень 1.1221 нас ждет. Если цена пробивается вниз, через вот эту границу зоны консолидации, то уровень 1.1083, или по крайней мере вот эти минимумы,
они вполне возможно как раз здесь и отработают. То есть здесь для них 44 примерно пункта. Почему я говорю примерно? Потому что абсолютно точных цифр сказать никто не может, но вот, скажем, ориентиры все равно есть. Британский фунт. Последние, скажем так, недели он показывал просто удивительную нисходящую динамику в сравнении с американским долларом. И, как вы видите, такое падение жесткое просто произошло. Сейчас сформировалась в дневном формате свечная модель, как бы условно говоря, разворота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять черных свечей. Это уже серьезно. И сейчас как раз пытается сформироваться какой-то отскок от этого движения. Есть вероятность, что, опять же, видите, движение было такое жесткое падение. И минимум, докуда сюда может дойти, это 1.5422, это 38.2 по Фибоначчи. И 50% это 1.5491. Вот эти два уровня ключевых, докуда цена может дойти. Сейчас, смотрите, ну вот неделя открылась небольшим гэпом. Небольшим, но тем не менее гэпом вверх. И мы видим сейчас динамика восходящего движения нарастает. И, смотрите, формируется, может вернее сформироваться свеча Марибозу. Это сильная такая маркерная свеча. Если она будет крупнее вот предыдущего дня, она уже сейчас крупнее, если до конца дня не откатит, то вероятность вот того, что сегодня сформируется хотя бы временный какой-то отскок с достижением 1.5422 или 1.5491, вот вполне даже будет вероятно. То есть, ну, пока мы видим, динамика нарастает. По евро этого незаметно, а вот по фунту, по британскому, видите, все достаточно, как бы тут цена выпрыгивает достаточно сильно. Сейчас что может здесь быть? Вопрос, входить или не входить. Трендовые линии, смотрите, уже пробита. Вот, уже пробит, смотрите, пробивается, вернее, последний уровень, который послужил опорой для цены перед минимальной точкой. Вот этот уровень. И ориентируясь на него, можно будет сказать, что если сейчас цена его пробьет, потом она будет корректироваться и после коррекции может возобновить восходящее движение. Вот, то есть, ну, как бы, ну, скорее всего, ни одной палкой она туда взлетит, а вот будет какая-то все равно коррекция от этих значений. И тогда, да, действительно, возможно, коррекция и по британскому фунту, и по единой европейской валюте. Собственно, если будет пробит вверх, то возобновится восходящее движение. Вот, по доллару, швейцарскому франку. Видите, на дневном формате мы видели сначала жесткое падение, потом очень такой серьезный рост тоже, который скомпенсировал большую часть этого падения. И сейчас цена опять ушла куда-то в бок, образовала зону консолидации с возможностью, смотрите, выхода как вниз за линию поддержки и за уровень поддержки, так, в принципе, и вверх. Ширина данной зоны составляет 70 пунктов. И вот при пробитии, так сказать, нижней границы или верхней, мы, скорее всего, увидим движение пунктов на 70 как раз вниз или вверх. В зависимости от того, какая из границ будет пробита. Если пробита будет граница вниз, конечно, более таким правильным представляется. Сначала будет пробитие, потом будет откат. И вот от отката уже заходить где-то вот в этой точке. То есть не сразу после пробития, а после отката заходить вот в этой точке и смотреть, что будет дальше. Потому что, в общем-то, от отката заходить еще и выгоднее значительно, потому что цели у нас по зоне консолидации все равно есть. Как минимум у нас есть вот этот вот уровень поддержки. Вот. Это 0.9640. И сюда цена при пробитии вот этой линии однозначно двинется. Потому что тут больше никак. Это порядка 80 пунктов после вот этой линии. Сейчас пока ситуация, как видите, непонятная. Все находится в боковике, и цена из него пока не вышла. То есть, ну вот при такой конфигурации, в принципе, можно будет двигаться. А вот при пробитии вверх, вот этого можно и не ждать, потому что пробитие по текущей тенденции, они более надежные, более уверенные, нежели чем разворот. И мы будем ожидать уже движения вверх на ширину всей зоны консолидации. То есть на 70, сколько там, 2, что ли, я сказал, по... Да, 72 пункта.
А доллар, японская иена. Вот давайте в целом посмотрим. Было на дневном формате была пробита линия поддержки. Был к этой линии поддержки обратный отскок. Динамика нисходящая очень стремительная. И сейчас пока цена находится в границах нисходящего канала, и из него пока никуда не вышло. Вниз торговать уже канал, ну, по правилам нельзя, потому что вот видите, вот это вот уже участок обратного отката здесь произошел. А вот если цена пойдет вверх, если и пробьет верхнюю границу канала, тогда можно будет построить двойной канал вверх от нисходящего. Вот так вот. И уже она может повторно вернуться к вот этой линии поддержки, которая сейчас стала сопротивлением. То есть вот куда-то вот к этой линии она может вернуться. Пока этого не произошло, я пока и рисовать ничего не буду особенно, но тем не менее. Смотрите, опять же ожидание, опять же зона консолидации, и цена куда из нее выйдет, непонятно. То есть если двигается вверх, то как минимум она сначала встретит линию сопротивления, с которой тоже надо считаться, и по преодолению линии сопротивления мы получим уже, откроются цели куда-то в район уровня 121.70, куда-то сюда. Вот. Но если эта зона консолидации пробьется все-таки вниз, то целью будет являться вот эта вот целевая линия. То есть где-то, наверное, ориентир такой, сейчас скажу, где-то уровень 118.07 может быть, вот так вот. То есть, по крайней мере, вот эту зону консолидации можно перенести вниз. Вот так вот. И ориентироваться на нее. До 118, даже 0,2. Вот так вот. Так поточнее будет. То есть где-то вот в этом районе мы цену, в принципе, можем увидеть. Но пока этого не произошло, и я пока не делаю вывод. Австралийский доллар за последнее время пережил одно из самых сильных падений среди всех сырьевых валют. И мы видим, что достиг 6-летнего минимума. И сейчас он торгуется на уровне 0,6936. Но встретил поддержку на уровне 0,69. Тот треугольник, который рисовал в прошлый раз, видите, он полностью доработал. Новости ускорили падение австралийского доллара против американского. До точного уровня 0,69 он не доработал, буквально 4 пункта. Но это, в общем-то, здесь такой точности на таких вот масштабах движения цен можно, в принципе, и не достичь. Сейчас, опять же, он находится, смотрите, в зоне консолидации. И к чему это приведет, чем закончится, пока сказать трудно. Может быть, если сейчас цена еще сколько-то откатит вниз, здесь получится треугольник восходящий. Вот надо смотреть, как будет цена здесь себя вести. Потому что есть, смотрите, опять же, уровень сопротивления. Мы видим, что цена в него уткнулась, в этот уровень сопротивления. Сейчас. Правда, видите, он несколько такой неточный. Тут было ложное пробитие, но его можно засчитать, в принципе. И вот такая линия. Поэтому, если пойдет вниз, у нас опять будет восходящий треугольник с потенциалом движения за границей в 37 пунктов. Если же цена двинется вверх, сейчас откатит, например, еще немного, а потом двинется вверх и пробьет уровень, тогда он пойдет однозначно до линии сопротивления дневного формата, и те же 37 пунктов работают только вверх. Так что вот здесь такая конструкция может состояться. Пока вот этой точки еще нет. Раз, два, три. Четвертая точка формируется только. Но если она доформируется, то треугольник здесь будет. То есть тоже здесь наблюдаем. Новозеландский доллар. Я тут рисовал, видите, в прошлый раз и зону консолидации. Такую вот достаточно широкая зона консолидации получилась. Ну такая не очень ровная. Вот. Линию поддержки рисовал, смотрите, на новостях, совершенно таким жестким образом, смотрите, ее пробило, эту линию, и цена просто улетела вниз. И тот уровень, который я вам рисовал в прошлый раз, смотрите, уровень 0,6258, вот он, этот уровень, смотрите, он точно сейчас достигнут.
он точно достигнут, цена пока за ним держится, и образовался нисходящий канал, который только при пробитии вверх, если такое состоится, может нам дать цель 0.63 ровно. Если цена начинает по-прежнему двигаться вниз, ну тогда, значит, тогда надо смотреть, потому что ориентиров там просто ниже нет. То есть ориентиры все есть выше, а вот ниже ориентиров нет. Однако мы видим, что снижение на вот этих на данных по рынку труда США, с одной стороны, и ожидание повышения процентных ставок. С другой стороны, замедление экономики Китая, от которого зависят все страны, продающие полезные ископаемые, то есть сырьевые валюты, от этого зависит. И вот этот негативный фон из Азии и возможность повышения процентных ставок США приводит к изменению соотношения сил в пользу американского доллара пока. И видите, оно у нас достаточно сильное, это изменение. И вот цена пока сейчас она начала замедлять уже свое движение, свой бег, но тем не менее еще пока не прекратила. Можно тут нарисовать не только линию сопротивления, но и, смотрите, целевую линию, которая не пробита. Но мы видим, что сужаются уже вершинки. Они совершенно отчетливо сужаются. А коли они сужаются, то может быть прорыв вверх или вниз. Вот, в зависимости от того, куда будет прорыв, надо будет смотреть, как будет складываться ситуация. Потому что линии, они с одной стороны кажутся, ну что это такое, условно, линии как линия. С другой стороны, это что такое линия? Она же динамику показывает. Если мы видим, что динамика нисходящего движения начинает затухать, а уже, скажем, попытки восходящее движение начинают преобладать, мы это видим по изменению наклона линии. Линии начинают сходиться. Сначала они расходились, сейчас начинают сходиться. Это говорит о торможении движения. А любое торможение очень часто предшествует развороту. Поэтому такие вот вещи, они случаются перед разворотом. И если он случится, этот разворот, у нас уже есть канал нисходящий и возможность как бы двигаться вверх вот до первой цели 0.63. Доллар, канадский доллар. По-прежнему находится в боковике. Я сказал, что при пробитии уровня 1.3115 может быть движение на 200 пунктов вниз. Но, в общем-то, этого пока еще и не произошло. То есть, по-прежнему движение в боковом диапазоне сохраняется. Я это все пока оставлю. Вот смотрю на то, что здесь происходит. Ну, пока, вообще, если честно, здесь вообще ничего не происходит. И я не рекомендую пока здесь что-либо делать. Очень высокая волатильность тут на верхушках. Очень просто разброс цен большой. И полностью отсутствует какое-то направление. То есть вероятность нисходящего направления сохраняется. Но как таковых действий по ослаблению американского доллара никаких на рынке, как видите, пока еще нет. Только одни разговоры вокруг этого ведутся. И вот эта нервозность, она как раз отражается в действиях участников и приводит к этой высокой очень волатильности. Особенно вот в парах там сырьевых валют и в частности с канадским долларом. Золото по отношению к прошлой неделе стоит, в общем-то, на месте. Вот, был достигнут уровень, сейчас покажу, так, уровень 1117.53 за тройскую унцию. К чему это может привести? Тут варианты развития события, сейчас давайте смотреть, что в этом происходит. Для уровень есть, вот если провести линию вот так, вот типа треугольник, очень крутая линия, то есть мы треугольник так рисовать не можем. То есть вероятность нисходящего движения, она здесь присутствует все-таки. Смотрите, был достигнут, было достигнуто значение уровня это поддержки, который стал сопротивлением одновременно линии. То есть здесь такая узловая точка, видите, была. И цена сейчас опять корректируется вниз. То есть пока до сих пор золото находится под давлением и американский доллар пока управляет ситуацией. Но вместе с тем мы находимся тоже, смотрите, в нисходящем канале, крупном, месячного формата. И движение вниз представляется более реалистичным, нежели чем вверх.
Вместе с тем, вот если посмотреть на более мелкий дневной формат тоже, видите, цена золота к доллару зависла в боковике. То есть вот, тоже подвигалась немного на новостях с рынка труда США на прошлой неделе, и все, и опять зависла. И к чему это приведет, пока сказать очень трудно. Рубль по-прежнему ослабевает по отношению к доллару и по отношению к единой европейской валюте. Ну, в общем-то, пока не столь принципиально. То есть, эти цены, они уже были, и уже сейчас, видите, это никого не пугает. 76,37 к евро, и на данный момент 68,21 копейка к американскому доллару. То есть, в целом, конечно, возможно укрепление рубля. Но вот пока еще никаких нету оснований для этого. Это возможно, но пока нет сигналов на этот счет. Вот, что здесь еще можно сказать? Так, эти нефть также находится пока в боковом диапазоне, ничего нам не демонстрирует. Именно поэтому, наверное, и канадский доллар, и рубль ничего принципиального не демонстрируют, опять же. Что здесь по нефти может быть? Если провести вот так вот линию, можно нарисовать треугольник. И хотя у него, конечно, очень крутой угол наклона, что для треугольников не сильно характерно. Ну, в общем-то, крутой, но не самый крутой. В общем-то. Поэтому, если сейчас, смотрите, у нас есть первая точка, вторая, третья, четвертая, вот может произойти пробитие уровню и движение вниз цен по нефти, то есть что приведет опять к ослаблению рубля и может быть, так сказать, к ослаблению там сырьевых валют и укреплению доллара. Но если сейчас цена оттолкнется от этого уровня, от уровня, сейчас скажу, 48 долларов за баррель и пойдет вверх, например, вот так вот, то есть достигнет немножко и пойдет дальше вверх, то смотрите, возможно, что все-таки цены на нефть будут стабилизироваться, стабилизируется на этом фоне рубль, и как-то, естественно, в связи с этим может ослабеть американский доллар. Вот сейчас очень многое зависит от того, что покажут нам ближайшие события и будут ли повышать процентную ставку. То есть рынки находятся в ожидании. В этом месяце настанет как-то момент истины, до декабря, по крайней мере, и как бы все станет ясно. И тут все станет ясно. Ну, в целом, вот если сказать, что основные валютные пары я так разобрал, пожалуйста, задавайте вопросы, если такие есть. Я на них смогу ответить, пока вам поставлю такой вот слайд. Рекомендую всегда торговать по своим торговым стратегиям, которые вы исследовали, хорошо уже знаете. Ну, а просто такие вот данные из обзоров принимать во внимание, как некий ориентир. Не более того. Хотя, я так полагаю, что каждый из тех, кто делает вещание, ну и я, соответственно, тоже, я выражаю свою точку зрения и рассказываю о своих технологиях торговли. То есть вы можете их заметить, как они работают. Ну, по результату я ведь оставляю рисунки на следующий день и показываю, сработал это, значит, этот прогноз или не сработал. Вот, и вы все, собственно говоря, сами видите. Поэтому где сегодня есть сигналы? В еврофранке есть, в евро-долларе. Мы можем увидеть, в принципе, видите, у нас на часовом формате есть зона консолидации и есть ориентиры по ней. Фунт-доллар, видите, тоже есть ориентиры и, возможно, движение вниз, то есть коррекции с продолжением движения. Доллар-франк пока я отложил, потому что, видите, здесь нет отчетливой конфигурации. Доллар-иена тоже пока в боковике и может пробиться как вверх, так и вниз. Австралийский доллар не дорисовал, но возможно формирование восходящего треугольника. Новозеландский доллар по отношению к американскому начинает тормозиться, достиг значимого уровня 0.6258. И учитывая схождение линий цели и линии тренда, возможно движение вверх. Но опять же, это покажет время, потому что сейчас пока ни о каком пробитии здесь речи не идет. Ну вот надо смотреть,
как будет цена себя вести дальше. Канадский доллар я вообще пока исключаю из, скажем, возможности прогнозировать в краткосроке, потому что очень высокая волатильность и как таковое отсутствует направление. Пока. Ну, в целом, возможно, движение вниз здесь. Ну, может быть всяко. На фоне такой волатильности я даже не берусь о чем-то здесь говорить. Так, в прошлый раз отрисовал возможность движения, но, видите, данные по рынку труда США опять утащили доллар вверх. И опять пробитие не произошло. И что будет дальше, пока одному Богу известно. Давайте будем наблюдать за этим. Вот, вопросы пишите. Я ставлю такую заставочку. Если вопросов нет, ну тогда нет, значит нет. Да? Что я могу сказать? Сегодня, вот буквально через полчаса, будет занятие по индикаторному анализу на финансовых рынках. То есть сейчас мы будем разбирать технический анализ и анализ с помощью графических индикаторов. Математических индикаторов. И сегодня вечером начнется первое занятие базового курса, который я рекомендую посмотреть всем тем, кто еще пока только начинает. Вот. Жду ваших вопросов, если таковые есть. В общем, вопросов пока я вижу нету. Наверное, я, по крайней мере, показал все то, что я мог показать. Давайте еще раз вам все-таки продемонстрирую, да? Канадский доллар пока я не рассматриваю. Новозеландский доллар, учитывая схождение линий, жду пробития линии сопротивления, если такое будет, и движение вверх. Если такого не будет, значит движение вниз еще несколько продолжится. Но тоже оно, видите, уже начинает затухать. Австралийский доллар не дорисовал, но может дорисует треугольник. Доллар, японская иена, зона консолидации есть. Правда, очень такая неровная, с возможностью движения к нижней границе канала, либо движение к верхней и пробитие верхней границы канала. Тогда в 4-часовом формате будет двойной канал вверх от нисходящего. То есть пока еще ясности, отчетливости здесь пока тоже нету. Доллар-франк находится сейчас, как раз ползет вверх по линии поддержки. И если и входить в какую-то сделку, то не раньше, чем пробитие этой линии, какой-то откат, и потом где-то здесь можно будет искать уже продаж. Если цена все-таки пробьется вверх и пойдет вверх, значит, тогда будем искать покупок на, я говорил уже, 72 пункта. Фунт, американский доллар, показывает мощную восходящую динамику, что может говорить о возможном, так сказать, близком все-таки развороте вот этого направления и движения к уровням 1.5422 или 1.5491, учитывая то, что уже в дневном формате 9 дней подряд цена падала, ну, как-то, в общем-то, назрел какой-то хотя бы коррекционный отскок, учитывая, что рынком тоже надо выдохнуть. Но пока еще это первая ветвь движения. Мы должны увидеть в любом случае коррекцию. И от коррекции, опять же, можно будет попытаться зайти. То есть пока еще до коррекции тоже здесь ждем. Ну и евро-доллар. Возможно движение из зоны консолидации как вверх, так и вниз. На 45 пунктов. Вот. Что ж, тогда, если вопросов нет, я с вами прощаюсь. С кем-то прощаюсь до 2 часов на занятии по графическому, по индикаторному анализу рынков. А с кем-то прощаюсь до вечера, до базового курса. Ну, а с кем-то до завтра, до 13 часов. Всего вам доброго. Пользуйтесь тем, что я увидел, и применяйте это на практике. С вами был Алексей Кузнецов. До свидания.